Нетипичная для середины июня температура воды и воздуха около плюс 14 градусов не помешала выйти на старт и VIP-участникам гонки. Примечательно, что золото в этой категории разыграли два звездных гостя, не специализирующихся на соревнованиях в триатлоне. Участников, которые осмелились сегодня в такую достаточно прохладную погоду испытать себя, я уверен, что здоровый образ жизни, доступность массового спорта становится из года в год все доступнее и шире. Действующий чемпион мира по дуатлону Максим Кузьмин финишировал первым в абсолютном зачете в спринте. В женском турнире на высшую ступень пьедестала поднялась Кристина Запасная. В командном первенстве лучшими стали альметьевские лыжники. Я скажу, что велоэтап и кросс, бег для меня это что-то ближе. Я на тренировках выступаю в велосипеде, тренирую велосипед и бегаю, так что для меня самое такое было необычное это плавание. Сначала было прохладно, потом даже немножко согрелось, но ноги у меня согрелись только на последнем беговом круге. Я с трудом одевала кроссовки на холодные ноги. Следующий триатлонный старт в рамках татарстанской серии спортивных соревнований «Тиммерман» пройдет 1 июля в Набережных Челнах. Однако протестировать свою беговую подготовку спортсмены смогут уже 17 июня. На зеленодольском полумарафоне «Кроссе», который предложит спортсменам 4 взрослые и 1 детскую разноплановые дистанции. Алмаз Гафиатов, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.